Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Кислый, и в этом ролике я хочу узнать, прибыльно ли работать новичкам в такси. Суть ролика такова, я час буду работать в такси, и по итогу узнаю, сколько я заработал. В таком виде я в такси не пойду работать. А вот в таком виде поехали работать в такси. Так сказать, поехали бомбить. Итак, подходим, берем такси наше. Берем в аренду за 50 баксов. Давайте посмотрим, сколько у нас на счету. У меня 682 бакса на кармане, 68 баксов у меня в банке. Итак, у нас время 22:44, и вот мне целый час надо бомбить. И в 23:44 подсчитаем, сколько у меня будет денег. Итак, я расскажу небольшой лайфхак, как подзаработать чуть больше денег в такси. Это надо приехать в Больку, вечером там полно народа, который откисает, и им нужно доехать до какой-то точки, а рядом машины нет, поэтому они вызывают такси. Встаем и ждем, когда к нам придут клиенты. Их тут достаточно будет полно. Здравствуйте, куда едем? Мужик, едь, пожалуйста, быстрее, на тебе рубль, нахуеть. И вот таким легким моментом, я даже протупил в самом начале, я заработал уже 500 баксов. Ну, работаем дальше, бомбим. Итак, сходу нам уже прилетело 500 баксов. Это здорово, бизнес прет. Так, интересно, он согласится за 500? Ну, давай, только метку кинь. Смотрите, у нас человек, ну, написал в чате, типа, можешь подкинуть, там оплачу. Похоже на развод, если честно, но посмотрим. Может, он заплатит нам 500 баксов, 1000 или что-то в этом роде. Сейчас он мне напишет, куда мы поедем, и туда поедем. Так, моя история продолжается с этим клиентом. Не советую вам связываться с такими людьми, если честно. Лучше откажитесь, найдите другого. Но я чисто для ролика решил, может, что-то интересное будет. Может, он заплатит мне 500 баксов или 1000, что-то в этом роде. Пока что ждем. История умалчивает пока что, что будет дальше. Не переключайтесь. Здорово, пацаны, это я, Кислый, из монтажа. Если что, не забудьте, пожалуйста, подписаться и поставить лайк. Спасибо за внимание, а мы продолжаем. Такое вот тоже случается во время работы. Ехал, никого не трогал. И тут вот, да, мы немного умираем. Какое-то немного проклятое место. Раз труп. Два труп. Меня сбивают. Ну, в общем, все в порядке. Таблеточку вам дать? Помогите, помогите, там еще один. Ой, спасибо. Ту-т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 у. Все, нас вылечили, едем на заказы. Здорово. По дешману довези, блядь, только. А не как тут дебил, блядь. Давайте. Стой, 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 стой. Все, поехали. Ну, киньте метку. Я кину сейчас. Я кину уже. Давай так, прими координаты, я тебе просто перекину сейчас. Или тебе кинули уже метку? Кинули, но не заплатили. Пойдет? Да-да, все окей. Прямо едь, прямо. Просто прямо едь. Вот это вот неплохой бонус, 1250 баксов, мне понравилось.
Господа, это снова кисло из монтажа. В общем, час у меня прошел. Если честно, я не хотел выкладывать этот ролик, и до сих пор во время монтажа я не хочу выкладывать этот ролик. Если вы смотрите этот ролик, то это какое-то чудо. В общем, народа не очень было много, и как-то онлайн был не очень такой большой, но что-то мне даже удалось подзаработать. Давайте пойдем к подсчетам. Давайте посмотрим, сколько у нас получилось по итогу. Сейчас у меня на счету 3432 доллара, минус 682 доллара у меня было, того получается 2750 долларов за один час. Не знаю, можно было, наверное, и больше заработать, просто как-то вечером онлайн уже подтих и мало народа было, в общем. Господа, не судите сильно этот ролик, потому что я только учусь снимать в таком формате. Надеюсь, вам понравился этот ролик, мы будем еще в будущем обозревать работы в GTA 5 RP. Надеюсь, вам все понравилось, поставьте лайк, подпишитесь и всем пока-пока.